Другое по лику мероприемство у новом музейном проекте «Календар» присвечено Дню оборонца Айчины и стагодзе белорусской армии. Совместно с 38-й мобильной бригадой, спорткомплексом «Динамо», военно-историчным клубом «Гарнизон» и кадетским классом 35-й школы города Бреста вырашено провести интерактивное и головное выхаваўчае мероприемство. Оно проведено в интересной игровой и в то же время познавательной, воспитательной манере. Будут действовать различные интерактивные точки, где наши гости смогут на себе примерить все тяготы лишения военной службы. И, конечно же, в первую очередь пропитаться духом нашей армии и еще раз понять всю важность и необходимость службы вооруженных сил. Наведвальники приняли удел у майстер-класах по сборце и разборце автомата. Самостоятельно смогли подшить каунерыки, сгорнуть шинель у скатку и навод скласти парашют. Многие спробовали проверить себе на трапность при допомозе электронного тира. Вначале это была рабочая крестьянская армия, красная армия, советская армия. Ну и сегодня уже празднуется День защитников Отечества. Здесь будут представлены все по периодам, вся форма, которую носили защитники нашей страны. Наш военно-исторический клуб представляет форму образца Великой Отечественной войны. Паскораны курс молодого бойца дался самым отважным. Удельники отрымали приемные призы и подарунки. Не обошлось и без полевой солдатской кухни, але, на жаль, только по музейному.